Привет, друзья! Привет! С нами находится галерея Вроцлавская. Соответственно, мы во Вроцлаве. Там же под низом главный автовокзал. Вот железнодорожный автовокзал Вроцлав-Главный. Это железнодорожный автовокзал. Железнодорожный вокзал. То есть мы приехали, вы видео уже видели, поднялись на лифте, вышли в галерею Вроцлавскую. Надеюсь, покажем ее. Прям тут сделано как в аналогии, так и называется. Да что ты, черт побери, такое несешь? Мне уже сказали, вот. Сейчас будем искать наш отель. Вроде он находится в 300 метрах. Все покажем, 500. Все расскажем. 500 даже, видите? Надо вот так-то прямо перейти. Google часто привирает. В общем, покажем вам новый отель во Вроцлаве. Покажем вам, надеюсь, Вроцлав. Прикольный город. Будет интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь. Погода 32 где-то, а в автобусе мы замерзли. Ну, мы пойдем туда, все перейдем. Переключусь, расскажу. Галерея прикольная, большая. Реально напоминает все, как в Кракове, как галерея краковская. Надеюсь, будет весело. Ну что, прошли мы полностью вокзал, повернули голову, и вот наш отель уже. Ibis Centrum Styles. Скажи, как комфортно вообще идешься, никто никого не трогает, народу много, так прикольно. А вот зачем мы приехали во Вроцлав. Вроцлав – это город гномов. Гномов сейчас оккупировали уже. Вот, смотрите, гном-путешественник. И еще гномик. Подошли уже к нашему отелю. Вот вход. Ibis Styles с такой подушечкой. А вот еще рядом другой отель. На меня посмотришь? Да. Угадайте, что? Что? Лаванда. Лаванда. Ой, щупнуться красота. Можно. Ух ты, прям так легла, ну, прям вкусная. С ветром. Ох. Кстати, здание вокзала очень красивое. Наташа обратила внимание, прям вот такой готический стиль. Так готика? Я не знаю, я так сказала просто. Я не знаю. Остроконечные такие штучки, кто знает, пишите. Все, заходим в отель. Там включимся, уже будем вам показывать, рассказывать про наш номер. Мы уже в отеле, зарегистрировались, очень довольны. Такой отель прикольный, сейчас покажу. Такая рецепция, очень, очень милая, очень классная. Вот Наташа довольная. Есть конфетки такие. Вот подарочек уже взяли в шляпочке, да? Типа «Алиса в стране чудес». Скажи, нет, это написано, подожди, где тут был? А, вон, съешь меня, да? Я такая, это же «Алиса в стране чудес», а потом смотрю, а вон заяц. Да, а вот же «Алиса в стране чудес» и есть. Вот, и там есть еще кофе и чай бесплатный для клиентов отеля. Вот там вот. Все, так что очень прикольно. Как все нравится, берем. У нас номер 423. Детская комната, вот смотрим. И будем идти в номер. Прикольненько. Фух, вот так мы добирались. Вчера в 8 сели в Киеве. В 5 утра к Пшемысле приехали. И потом еще на автобусе до Вроцлава. Даша тоже хочет играться. Ну все, мы в лифт сейчас и показываем вам номер. Посмотри. Ты типа по Алисе, что ли, реально? Посмотри, какой торшер. Это мы из лифта вышли, и Наташа такая, боже, как красиво. Говорю, как повтори еще раз. Замочная скважина, подсматриваем. А это ковер, ковролин, кстати. Да. А посмотри, вот тут торшер какой. Так, у нас 4-2-3. Нам туда, направо. Да. Давай, ты идешь, да, я за тобой. А тут какой торшер, посмотри, класс. Такой интересный отель, тоже долго мы выбирали. И зеркало вообще. Ух ты, сколько он. Ну, естественно, мы выбирали как? Чтобы вокзал был рядом, чтобы центр города был. Запах. А, такая прелесть. Что-то идет, какая-то ароматизация. Вообще такая нежная. Цитринка немножко, да? Ты лучше скажешь. Чувствуешь, нет? Очень. Ты знаешь, я чувствую, что точно ничем не воняет. Нет никакого такого жесткого запаха, как нас в ротану запихнули в этот раз. Было, конечно, когда визер снова прокололся. Представляешь себе сам картину. Класс. Это белый квадрат Малевича. Это серый. Серый, хорошо. Почему Малевича? Наш. А, наш, все. Нашего канала. Ну, у меня уже просто номер. Уже отель такой яркий, знаете, приятно. Просто яркий, яркие цвета. А мы очень, скажу так, уставшие. Столько на автобусе проехали, 8 часов. Вот, лифт. О,
Смотри, так, хорошо. Вот наш номер. Иду. Загорается цвет. Зачем тут? Шторка, не знаю, может тут... Смотри. Боже, мне уже интересно. Просить, а вы что думаете? О, зашел и гладишь слушай, себе. Вот этот торшер, подожди. А ну, а можно выйти на этот? Куда? Вот сюда можно выйти? Как я вылезу? Подожди. Ай, нет, мне жалко. Смотри, на крышу хотела выйти погулять. Я хотела Карсоном побыть. Смотри, он работает. Я думала, что это плохо. Прикольно. День добрый. День добрый. Ну что, отель вообще пока прикольный очень. Класс. Так, ну давай. Открываешь двери. Давай. Заходим, снимаем, а потом уже заберем наши, наши вещи. Главное, чтобы их не забрали. Это мы сейчас всегда их раскидаем, заходим, вам снимаем. Давай, ты... Ох! Ох! Ой, ох, пахнет! Ох, 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 ох! Ух ты, интересно! Ну вот окна не открываются, я поняла. Да, окна не открываются, и конце этот нужно выключить сразу. Да, сразу. Потому что прохладненько, ну интересно. Небольшой, да? Небольшой. Так, а я правильно? Так, немножечко растерялся. Так, торшерчик, телефончик, чайничек есть. Очень хочется чаю, кстати, сладкого. Наверное, укачала чуть-чуть. Вот такая красивая подставочка. Что здесь? Чемоданы, что-то еще. Ой, красота. Ой, а что это? Это тут вот... Столик. Столик, класс. Боже, это вот так вот передвигается к постели. Посмотри, ой, мы мешаем там, наверное, как-то... Кому-то, может, мешаем поставить чемодан. Но мы же вам снимаем контент, правильно? Люди же не расстроятся. Так, крючки есть, кстати, что туда. Что это такое? Я не поняла. Что, может, это открывается? Или что это такое? Нет? Странно, да? Что это? Ну, крючочки, прикольно, да? Сейчас я отдеру просто. Не надо ничего драть, ладно. Ничего не отдирается, это я. Ну, классное зеркало, так. Такого никогда не видела, чтобы было. Я еще хочу вид. Смотри. Показать. Сейчас, покажу вид. Же, покажи. Сейчас я иду, подожди, хочу вид показать. Вид прикольный, кстати, вообще. Слушай, я же говорю, мне очень хочется выйти погулять, но закрыто. Я думаю, там будет так, вот так шкафчик. Я не заметила, что есть шкаф. Ну, слушайте, прикольно. Знаете, он уютный, реально. Он уютный и фантастический. Вешала бы 5. Что 5? Нас двое. Так, я уже сниму, то я слышу. Да, давай, Наташа уже бедная. Ой, это какой-то... Потеряться можно, так? А вставь карточку. Я же ставлю. Наверное, нет еще. Не сработала еще. Она усилия проявляет. Ага, вот. Такая у нас ванная комната интересная. Но все равно еще ничего не видно, потому что здесь свет, наверное, включается. А для кого же этот свет не видно? А, все, Наташа уже включила. Ух ты, какая здоровая. Ага. Так, а что принадлежность? Да уж большой. Так. Валера, Валера. А что за прикол? Мы же все время фены Валера. Вы знаете, что мы любим? Фирма делает это. Любим фены Валера. А вон там я вижу гель это для душа. Гель есть, это есть. Мыло все, есть, да? Rock Your Body. Мыло есть, стаканчик есть, чтобы поставить. А сколько это звезд тут отель? Или 3 или 4, я не помню. Ага. 3, по-моему. Ну, вот, ручнички есть, не знаю. То есть зубных щеток нету, да? Не, нету зубных щеток, ну мы же своих взяли. А мыла нету. А, есть. Мыло живот есть, все есть. Так что... Ну, ты что, знаешь? Ну, говори, ничего так. Великолепно. Очень-очень. Вот такой номер, такой отель. Боже, торшер какой классный. Даже очень торшер нравится. Ну что, друзья мои, ну пишите свое мнение. Просто интересно, действительно. Мы же вам много отелей показываем. Ну, вот этот отель какой-то, он интересный. Ой. Наташ, помаши. Я готова, да. Наташа очень довольна. Ну, я, в принципе, тоже. Представляете, мы уже доехали, приехали, устали. Тяжело, слушай, сколько мы ехали? Да, ну подождите, сейчас там покажу вам вид еще раз шикарный. Ай, класс. Ай, класс. Да, и довольная Наташа. Да ты что, ну сейчас будем отдыхать. Необычный. Немножко снимем фото, кинем нашим родным, что мы уже доехали, приехали. Отель называется Ibis Centrum Styles. Находится он в центре. Здесь, по-моему, 4 Ibis'а во Вроцлаве. Чуть не ляпнула, да? В Кракове. Да, мы выбрали этот. И, блин, мне нравится. Не прогадали, мне кажется. И еще интересно будет, что у нас на завтрак. Но это будет уже в следующем видео. Да, ставьте лайки, пишите комменты. Нам будет приятно. Всем пока!